С 21 октября посетителям торговых центров Московской области, площадь которых превышает 5000 квадратных метров, а также организации, предоставляющих услуги общественного питания, будут проводить бесконтактную термометрию. При наличии повышенной температуры жители не будут допускать в кафе, рестораны и торговые центры. Помимо этого, обязательным остается использование средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.